Доминик Гашек в первом часу дня понедельника поставил свою подпись под однолетним контрактом с хоккейным «Спартаком». Это произошло в здании агентства «Итартат» при внушительном стечении представителей СМИ. После этого легендарный чех, которого многие не без оснований считают лучшим вратарем мира двух последних десятилетий, получил клубную майку со своим 39-м номером. А на состоявшейся после этого пресс-конференции сообщил, что принял решение продолжить свою карьеру в КХЛ, потому что для него это новый вызов. 45-летний Гашек в неплохом русском начал общение, сразу извинившись, что помнит его плохо, и общаться здесь только по-русски начнет через пару месяцев. Дальше переводчиком выступал ген-менеджер «Спартака» Андрей Яковенко. А вопросов легендарному вратарю было задано немало. Чемпионом мира стать хотел бы, как и выиграть какие-то индивидуальные призы здесь. Но успех «Спартака» теперь для него главный приоритет. С Ягром по поводу игры в России он общался, но больше вопросов задал своему брату, который играл здесь за футбольное «Динамо». Объявлял о завершении карьеры дважды, но мгновение после побед – это то, ради чего он продолжает играть, пока есть силы. Деньги – фактор интересный, но если бы он приехал в Россию только ради них, то принял бы предложение куда более богатых, чем «Спартак» клубов. Главный тренер Милош Ржига рассказал, что Гашека пытался пригласить в «Спартак» на протяжении трех последних лет, но лишь в этом понял, что подобное случится. Подготовку к третьему чемпионату КХЛ Гашек будет проводить вместе со «Спартаком». Милош Ржига сообщил, что чех сыграет больше, чем в половине запланированных товарищеских матчей, так что увидеть легендарного доминатора в деле в форме «Спартака» российские болельщики смогут уже в августе. Тимофей Тимачев, Сергей Мороз, Алексей Глухоедов, НТВ+. Кдеби тидлети лиде не били а никто там неходил, так je to není potřeba, ale já chci chránit. Stát má chránit Dmitry Jaškina před ním samotným. Ne, vy se mýlíte, ne Dmitry Jaškina, stát má chránit mě a moji rodinu. Promiňte se vás, takhle čekám, kdo vykřík. Já chci být chráněný, moje rodina, já mám dítě, já mám ženu, já mám, dobře, své blízké. Já chci, aby vláda mě chránila. No, aby, jak vás aby tak ochrání? Před čím? Aby ten člověk tam nevytvářel. No nesmí tam pracovat, ten člověk vytváří hodnoty a ty hodnoty, které tam vytvořil, to Rusko používá proti mně, proti naší zemi a proti našim spojencům. Případ je úplně jasný. Vyšetřování je zbytečné.